13 лет за повторное убийство в Новочебоксарске вынесли приговор жителю Мариинского Посада, который летом этого года, сбежав из-под административного надзора, приехал в город Спутник и совершил преступление. В Новочебоксарске ранее судимый за убийство Баринов снял квартиру. После посиделок в местном кафе пригласил домой случайного компаньона, с которым возникла ссора. В ходе конфликта, произошедшего на почве личных неприязней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела, затем вооружившись ножом, используя его в качестве оружия и орудия преступления с целью убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, нанес клинком этого ножа не менее 3 ударов в область расположения жизненно важных органов. После этого подсудимый, расчленив тело, избавился от него, выбросив в разные мусорные баки. Во всем содеянном Баринов признался. В результате правильно организованных следственных, оперативно-розыскных мероприятий это убийство было раскрыто. Мы, поддерживая государственное обвинение, представили суду соответствующие доказательства. Подсудимый признан судом виновным в совершении преступления. И ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии особого режима.